Отъезд! 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 Идеально! Идеально, подъездка, идеально! Всем привет, с вами Мега, и со мной сегодня... Я! Нюбай! Ну да. И сегодня добро пожаловать на новую серию троллинга Майнкрафта. Короче, смысл этой рубрики, что мы должны троллить друг друга, типа вот строить там ловушки и так далее. Ну, в общем, давай, давай начнем. Давай. Да, если что, смотри, это пару хороших. Да. Людей. Это твоя территория, это моя, слушай, если что. Слушай. Если что, кстати, ты можешь строить и сюжетные троллинги, так что это не исключение. Можешь построить какой-нибудь сюжетный троллинг, я буду делать продолжение троллинга из предыдущего выпуска. Давай. Кстати, ребята, да, такая проблема, то есть, когда я записал вступление через GeForce Experience, у меня, короче, он просто сломался, мне пришлось продолжать записывать на Bandicam, потому что, если честно, комп я перезагружать не хочу, так мы уже с этим снимаем, как сказать, уже начинаем записывать троллинг. И причем, кстати, да, такие изменения. Первое, я хочу сказать, что мы поставили немножко скинов кастом NPC, как сказать, только я поставил, потому что, как сказать, Нюбай не может, у него... не открывается винрар, и все по-другому как-то поставить нельзя. Дальше, какое следующее изменение? У нас появился, короче, такой мод, называется Secret Rooms. Тут работают, короче, блоки именно, вот невидимые. Ставишь сюда, и просто ты в него проходишь, так сказать, это призрачный блок. Дальше у нас появились то же самое в этом моде новые барьеры, типа вы можете ходить. Они отображаться не будут, но только вы можете их видеть. Звук у них как у стекла. Вот вижу, там Нюбай уже строит роллинг. Так. Дальше вот это, кстати, не знаю, что такое. Вот что главное нужно нам, это вот этот вот Secret Door. Вы ставите вот так вот, и вот, в принципе, у нас появляются вот такие двери. Их убить почти, ребят, невозможно. Дальше. Ну, тут можно, да, ребят, понять. И в чем будет смысл моего испытания? Первое, я сейчас поставлю тут деревянные блоки. И, сказать, типа вот, не боюсь, давай, типа вот сейчас я вот опять верну свой блок, короче, вот сейчас, где вот у меня тут засел, вот, синяя штора, это, кстати, ребята, мы вот умолились с Дорс, кто не знает, вот так поставлю, возвращаю свою синюю штору, теперь такой, сейчас строим, сейчас построю первое испытание, короче, ребят, все, и, короче, я покажу, что у меня, в принципе, получилось. Собственно, ребят, я построил для него первое испытание, наконец-таки, это ушло мне 10 минут, чтобы построить. Короче, первым делом, да, я вам показал новый мод, Secret Rooms называется. Это вот, мы входим, когда он войдет сюда, я ему скажу, а все, троллинга нет, но на самом деле, это, ребят, дверь, которая нужно ему будет открыть, и он поведет в троллинг. Это, короче, ребят, тюрьма. Короче, предыдущий выпуск закончится на том, что, как сказать, что, типа, Филипп сорвал курочку, и все, типа, его взорвали хотя бы, но он выжил, его посадили, типа, в тюрьму. Короче, у нас Нюбай будет играть роль Филипса. Кстати, почему Нюбай? Потому что, кстати, у Филипса вырубается ПК, поэтому я решил на некоторое время поснимать с Нюбаем. Короче, что ему нужно будет сделать? Ему нужно будет организовать побег из тюрьмы. Но как он это сделает? Дверь же закрыта, здесь же ничего нету. В сундуках же свинина, все такое, под кроватью ничего нету. Но, ребята, ключ будет вот здесь. Он откроет, и тут будет рычаг. Дальше ему нужно будет взять этот самый рычаг. Поставить его сюда. И тут будет коп, который будет дамажить просто... Вообще, капец, просто как много будет дамаж. Хотя, кстати, ребят, давайте я его немножко подкорректирую, потому что, кстати... Это не очень хороший троллинг. Нужно, во-первых, я его поставлю где-то вот сюда, чтобы хотя бы как-нибудь убежать успел. Не-не-не. Вот сюда, хотя бы, чтобы он успел как-нибудь убежать. Теперь надо его подкорректировать. Так, характеристики рукопашная. И сила, пускай, у нас будет 20. Спец одного удара будет убивать. В принципе, да. Как сказать... Сейчас пишу... Как сказать, подглядывать нельзя, алло! Нельзя подглядывать. Ему нужно... Я надеюсь, он сейчас вот... Не подлетит ко мне, ничего не будет подглядывать. Вообще. В принципе, ему...
А, это не для подглядывать. В принципе, он будет такой бежать и упадет, в принципе. Но на самом деле, ребят, на самом деле, он, ему нужно будет зайти не в эту дверь, потому что невидимый блок вообще, вот видите, ребят, нету. Ему нужно будет зайти вот сюда. И он попадет, ребят, собственно, на следующее испытание, которое я сейчас прям, ребят, и построю. Потому что идея для этого троллинга у меня все-таки есть. Фух, ребят, наконец-то я это построил. Я угробил на это испытание целых 20 минут. Короче, следующее испытание. Ему нужно будет пройти, вот, открыть вот эту дверь. Я ему скажу: Нюбай, ищи ключ. И, собственно, ребят, смотрите, смотрите. Ему ключа здесь не будет. Это дура его поставил, чтобы, короче, если он оставит эту плиту и упадет сюда, то его тпрнет вот на самый верх, и он упадет вот сюда. Если он откроет вот эту дверь, это будет не выход, это будет NPC. И, ребята, спросите, а где же выход? А все просто, а выход будет, ребят, вот здесь вот. Точнее, будет выход не такой, будет выход немножечко по-другому. Будет выход через призрачные блоки. Вот так вот. И я пока что подумаю, какое будет следующее, ребят, испытание. Последние два. Так, ребят, все, я построю последние два сразу испытания, хочу просто затягивать. Так что, все, ребят, последнее испытание. Вот, типа, выход, ребят, ему нужно, типа, выйти. Но, ребят, тут он прыгнет, тут будут невидимые блоки. А вот это вот, тут, короче, еще плюс эти вот призрачные блоки, он, короче, никак не сможет туда прыгнуть, потому что, ну как сказать, здесь ничего есть, что, ребят, нету. То что? Что ему, куда поведет дальше? Дальше поведет подземную камеру, и он откроет, и до него нападут сразу три NPC. Первые, вот эти вот, короче, вот заключенные, ему, они, короче, его будут бить, ему нужно, короче, выйти, короче. Типа он выйдет, короче, он откроет эту дверь, выбежит, и все, и продолжение, типа, следует. Следующий троллинг будет опять... Если что, ребят, вы не знали, то у этого троллинга три части, короче. Если что, все. Это весь мой троллинг. На него я гробил, короче, целый час. А может быть больше. Ну что, ребята, приступаем. Нюбай там уже закончил строить, так что приступаем к троллингу Нюбай, и потом он будет проходить мой троллинг. Все, ребят, погнали. Ну что, ты готов пройти мой троллинг, да? Я устал уже строить. Я тоже устал, потому что мой троллинг, я, понимаешь, я на него угробил целый час. Кто первый? Ну давай я с твоего начну, вот это я сейчас все скину. Хорошо, давай. Сейчас, подожди, сейчас, чтобы было нормально, я сейчас сделаю клир. И пусть, все. А я сейчас скину, а все, все. Ладно, давай. Ну что, смотри, короче, это сюжет, не открывай, смотри. Это сюжетный троллинг. Короче, в первом троллинге, короче, в прошлом выпуске, короче, закончилось, что типа ты сорвал курочку, и тебя типа взорвали. Ну, как сказать, ты выжил, тебя, короче, поймала полиция и посадила в тюрьму. Все. Короче, добро пожаловать на вторую часть. А все, троллинга нету. Ладно, все-таки тоже. Ладно, смотри, Нюбай, ты попал в тюрьму, собственно, и, как сказать, ты должен сбежать из тюрьмы. Ищи. Короче, тебе нужно открыть каким-то образом эту дверь. Давай. Ищи. Давай, ищи. Тут может быть какой-то подземный блок, потому что я знаю, то, что такие блоки есть. Давай, ищи. Ты зачем кровать сам? Я смотрю, нет ли под ней печки или чего-то еще. Нет, здесь ничего нету. Люков никаких нету, тут ничего нету. Ну ты попробуй правую кнопку по мыши, я не знаю. Опять ты сама поставь туда. Ну попробуй правую кнопку мыши где-нибудь покликать, я не знаю там. Правая кнопка мыши, не левой. Я не знаю, сзади чего-нибудь. А, сверху ничего нет, так что все. Ну, значит, что-то. Ага, все, вижу. А. Ага, нашел все-таки, да. Давай, ставь сюда. Стой, подожди, не иди. Смотри. Следующее испытание. Просто, чтобы сбежать из тюрьмы, нужно добежать до этой двери. Вперед. Давай, побежал. Давай.
Все, здорово, короче, все. Кстати, слушай, там, короче, смотри, там невидимые боги, оказывается, ты должен по ним пройтись. Давай, вперед. Сейчас, ну окей, меня просто этот на ваншу. Да-да-да, давай, вперед. Да-да-да. Слушай, лучше поставь, лучше поставь спаунпоинт, я тебе говорю, лучше спаунпоинт поставь. Ты зачем выпал из мира? Да я опять, я выпадаю из мира, можешь мне тэпнуть? Да-да-да, могу. Ой, если я случайно тебя, как я тебе это бэфнул. Все. Ой, ладно. Все, ста спаунпоинт сразу. А теперь погнал. Дальше. Вперед. Да-да-да-да, давай, давай, вперед, вперед. Ты должен. Ты, короче, должен прямо прыгнуть. Вот, вот ко мне. Вот. Иди, короче, ко мне, давай, 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 вперед, вперед, вперед. Давай, давай. Там нет никаких. Там нет никаких невидимых блоков, ты затроллен. Да я видел, что там дополнительные блоки, такие как там. Просто мне этот дегенерат не даст пройти. Очень долго. Ладно, давай, подожди, ладно, давай немножко я его подкорректирую, хорошо, да, упростим. Да, хотя бы у него не было ваншота. Упростим его немножечко, характеристики, рукопашная и сила у нас, ой. Не нахуй. Ну, нет. Допустим, ну, сила 8 сойдет. Все, ну, давай, побежал. О, нашел, все-таки. Да не отталкивай ты сейчас. Нашел выход, давай, давай. Тебе нужно дойти до туда. Сейчас я его и забью. А вот. Там у него 1000 хп как бы. А как мне? Вот если он меня так откидывает, как мне это делать? У него 1000 хп, ты не сможешь его убить. Давай, сейчас, смотри, стой. Следующий, короче, рейс пытаем. Смотри, ты, короче, попал во вторую комнату, ты должен, короче, найти ключ от этой двери, давай. А, понятно. Давай, педик фанту, вступай в бой, давай. Давай, просто. Ой, я вижу. Да. Ну ладно, хорошие команды, ты еще и командным блоком. Ну да, командный блок, для чего я тебя попросил выдать? Короче, ладно. Ой. Я случайно. Я случайно упал туда. Я случайно упал туда, если что. Ну ладно, давай. А что, мне его избить надо? Просто? Нет, тебе надо найти выход. Точнее, ключ от этой двери. Ну, я закину в дверях, может быть. Ищи. Я, кстати, именно это испытание очень долго строил. И на это испытание я строил очень долго, где-то минут 20. Так, алло. Да погоди, может тут что-то есть, дай мне. Давай. Нихуя не вижу. Здесь ничего нет, если что. Да, подсказку, это, короче, призрачные блоки. Какие блоки? Призрачные, которые можно сквозь походить. Да блин, Педик, Ванту, потише, дай-ка ему осмотреться. А что это за звук? А это плиты. Сука. Чё это за хрень? Это чё? Да ай. Чё ты сделал? Хай делай 12 генерал. Ты чё сделал? Вот где-то вот здесь вот рядом должен быть ключ. Вот где-то вот тут я не знаю. О, стой, подожди. Нет, стой. А, ТП-нись ко мне. Никуда не иди, сейчас этого NPC уберу. Сейчас мне звонят, погоди. Ой. Да, блин. Тебе, короче, кобзда, пацан. Так, ладно, давай, Иван, иди сюда. Стой. Смотри, вот твой билет домой, давай. Ты должен, все, это выход, беги. Там невидимые блоки трубового. Стой, не открывай, смотри. Кажись, это, короче, тут придумали подземный проход, так что тут, короче, подземная камера есть. Так что из нее тоже есть секретный выход, так что погнал. Давай, ищи. Давай. А, ну понятно. Давай, крысик не кину. Все. Короче, все, продолжение следует.
Продолжение следует. Так, это все? Все, это финал, да. Это финалочка. Окей, давай. Пойдем так, моей. Да, 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 пойдем, пойдем. Да, пойдем моей. Точнее, твоей. Так, геймод 0. Один себе пишу. У меня нет, у меня нет предметов. А нет, подожди, у меня есть это вот тюремная дверь, Зигвуден, короче, секретный люк и камендуш, Петик Фанту. Все. Больше ничего нет. Так, это сюжет, это сюжет и троллинг. Нет, про, ну, немножко сюжет, нет, ничего. Смотри, ты у нас работяга. Ты у нас хочешь работать, чтобы у тебя было время. Ну да. Идем в шахту. А, то есть я устроился на шахтера вообще. А можно побег? Да. Так, а можно? Ой, я тут чит нашел. Все, я побежал. А это нет, так не работает. Нет, ты будешь идти, как тебе сказали. Это баг твоей карты, ты не задумался про это? Не, просто там по-другому нельзя. А чтобы сделать опорную сетов, там барьеры нельзя. Давай. Ладно, просто спускаемся вот в шахту. Ладно. У нас работяга, тебе нужно снаряжение. Проламывай себе кучу снаряжения. Угу, сейчас. Тут ничего нет, просто проламывай. А как, рукой что ли? Руками, да. Руками. А вот ты сейчас серьезно, руками, да? Да, проламывай, там будет тебя взять твое снаряжение. Сундук ловушка? Нет, это не сундук ловушка. Ну, как сказать, это троллок. Короче, ты не забыл. Не забыл, что рубрика называется «Троллик в Майнкрафте»? Не знаю. Тебе сначала нужно снаряжение. Да, ты и придумал, конечно, рукой ломать. Вот, все, забирай все, что там есть. Угу. Это как ты на себя одеваешь, кирку берешь себе в руку. И смотри. Так сюда выгонять. Ну, можешь сломать железо, тебе может понадобиться. Я просто сейчас боюсь, что может быть TNT. Все, и садись в вагонетку, подтолкни себя и поехали. Ну? Езжай. Так, есть. Ладно. Ну как тебе поездка? Идеально. Идеально подъездка, идеально. Я так и знал, что сейчас будут какие-то неполадки. Я же говорю, у нас геймеруа нет, кстати. Ну, ладно, пошли туда пешком. Идеальная поездка, блин. Вот теперь видишь вон это помещение. Там много всяких рун и даже есть это. А мекирки нету. Замени. Ломай, забирай из этого. Мекирки нету. Руками. Так как бы ты мне выдал кирку, я должен как бы кирку ломать. Ну ладно, давайте поощрение сделаем. Вставай сюда. А что деревянная, у меня каменная была? А ты ее потерял. А, ну пускай будет деревянный тогда. Вот, забирай, можно брать там все, что есть. Так, ладно. Оу, железная кирка. Так, я возьму сейчас меч в первый слот. Железную кирку во второй, а это в третий. Так, все, ладно, ломаю. Ты? О! За то, что там свет, не обращай внимания. Опа-на, я могу выйти. Там ничего нет. Это вообще было планировано, ты как бы алмаз провалился сквозь. Это баги Джокера. Ну, я согласен, да. Чё, больше не забирай. Пойдем. Ты всё забрал? Да, я ещё раз потом заберу. Да пахни! Этого не планировалось. Возвращай мне кирку. Этого не планировалось, возвращай мне кирку. Окей, так, всё. Этого не планировалось. Дима. Ты вот так вот, слава богу, сейчас вот ничего нету. Давай, возвращай кирку. Убирай свои инструменты. Меч. У тебя еще был каменный меч. И алмаз. Да, и алмаз. Все. В принципе, я тут все добыл, да? Что дальше? Да, ну в принципе да. Можешь поисследовать пещеру. Ладно. Идем сюда. А сюда? Да. А нет, нет. Ищи у себя кнопки. Там будут твои собратья по работе. Угу, хорошо. Нашел? Нашел.
Смотри, вставь и заходи. Каменщик, я не хочу туда заходить. Они агрессивные, я не хочу туда заходить. Ладно, давай дадим тебе поощрение. Иди в сраку! Иди в сраку! Ладно, давай, раз ты такой... А раз ты не сможешь с ними расправиться, можешь забрать вот так себе. И вот так. Это тебе дополнительное обмундирование. И одного из них дрогнется рычаг. Поэтому... Ой, мы же на 1.12.2 играем! Точняк, здесь надо же по-другому бить. А, пропиши в инвентаре, а то мне, кстати, падают вещи. Во, все. Теперь сейчас я обиду. Кстати, а что в этой, кстати, херне, там, где я умер? А там будет кнопка, там типа либо ты ее находишь. Я про лаву говорю. Подожди, спаунпоинт надо поставить. Поставь спаунпоинт, вот забираем вот это и спаунпоинт. Орудие труда. Надеюсь, там мы. Давай, старайся. Да блин, сколько тут каменчиков, а? Их. Слушай, обычные... ты не поставил Keep Inventory True. Вот. Ну все, давай еще раз. Что-то технический шоколад. Да, согласен. Давай. Только ты пыхнись. Давай мне обратно вещи. А ты мне шлем, а ты мне дашь шлем еще? Ну нет, без хаски. Мы сейчас не копаемся. Бей. А, ты сгасил одного? А одного из них дропнется рычаг. Все, готово. Дропнул? Факел. А, понятно. Опять же ошибки Джокера. Можешь проходить? Угу. Сейчас я уберу вот это. Проходи быстрее, а то скоро на тебя не разыскают. Подожди, я понимаю. Так, ладно. Сейчас. Подожди, надо, я сейчас выкину вот это вот все выкину, нужное. Пока проходи дальше. Раз у тебя уже есть снаряжение, то тебе не понадобится то, что... Ладно, что у нас дальше? А, окей. Ну там ничего необычного. Я алмазные ботинки заберу только. Заберу себе вот щит. И я, в принципе, готов, да? Что дальше? Ты поднимайся. Подниматься вверх. Тут можно подняться, я проверю. Ловушка для Фэшера. Иди ты в сраку, пожалуйста. Иди ты в сраку с своими каменщиками. Да. Иди ты в сраку. Он король каменщиков. Он король каменщиков. На, вот, держи. Можешь, это будет твоим авансом. Бей их. Подожди. Ты убил короля каменщика. Я этого не планировалось, кстати. Это его банда. Они не спавнят, поэтому можешь их убивать. Все. И что? И все, это был мой первый раз, поэтому вот. А. Все эти алмазы, все, ты наработал. Теперь идем сюда. Да. Иду. Немножко не так, пойдем другим способом. Ну, так. Да. Я тебя телепортирую. Ну ладно, давай телепортируй. Так, ну, и что? Ну не то, погоди, я не могу найти эту команду. А. Ну все, ты... А, поздравляю тебя, ты... Я прошел? Да, ты прошел, но это было очень маленькое, потому что... Не, забирай, это ты наработал. Ты ж копал его. Поэтому... Не, я броню беру, а вот этот вот алмаз оставлю, все. Ну, ты, конечно, блин, троллер, конечно. Пошли уже заканчивать. Ну, как тебе? Ну, такое себе. Ну, потому что я в первый раз. Да, я понимаю, собственно, это был... 5-й выпуск троллинга и первый раз Нюбай, так что всем спасибо за просмотр 5-й серии. С вами был Нюбай, всем удачи, всем пока. Я как-то работаю, друзья.